К следующему году белорусы смогут покупать страховку через интернет. И не только. Эксперты прогнозируют рост безналичных платежей в сети. Согласно статистике, за прошлый год белорусы совершили в интернете почти 5 миллионов покупок. Почти 90% от этой цифры – это приобретение через наши интернет-магазины. Торговый реестр сегодня насчитывает более 10,5 тысяч электронных магазинов. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Например, с 2012 года все интернет-магазины должны предоставить возможность потребителю оплатить товар безналичным способом. С 2013 года все потребителям при осуществлении покупки в интернет-магазине должны выдать чек. Сегодня мы уже говорим, что не только интернет-магазин несет ответственность перед потребителем по закону о защите прав потребителей, но и интернет-площадка, которая аккумулирует на себе много интернет-магазинов. Белорусская интернет-торговля заметно отличается от европейской и американской по способу оплаты. 60% покупок белорусы оплачивают наличными и только 12% банковской карточкой на сайте.